Ярмарка современного искусства «Манифест» прошла во Владивостоке. Такой выставки на Дальнем Востоке еще не было. Наша галерея «Art Object» существует в Владивостоке уже 6 лет. И, собственно, основной нашей задачей, миссией мы видим популяризацию современного искусства, развитие арт-рынка Дальнего Востока. И по этому прекрасному поводу мы решили представить всю нашу команду и сделать невероятное событие в области современного искусства и создали такой проект, как «Манифест». Это ярмарка современного искусства. Вообще планируется это, чтобы мероприятие стало ежегодным, и участвовали не только участники Art Object, наши резиденты и те художники, с которыми мы работаем, но также привлекать галереи художников, скульпторов со всей России. В историческом особняке в центре города были представлены работы известных дальневосточных художников, а также авторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Отметим, что проходила ярмарка при поддержке правительства края и администрации города. Ребятам действительно удается сочетать коммерчески успешные проекты с предоставлением новых возможностей творческим людям, поддержкой наших талантливых художников и скульпторов. И вот этот проект, это в частности такой беспрецедентный случай на такой огромной площади. Но я надеюсь, что интерес будет огромным и спрос будет большим, чтобы все способствовало тому, чтобы сделать это мероприятие знаковым, ежегодным и такой визитной карточкой. Все участники ярмарки подготовили собственные манифесты, через которые раскрыли свои ценности, стремления и рассказали зрителям свою историю. Например, по словам местного художника Романа Мартынова, для него прошлое – это источник вдохновения, через который он создает собственный мир. Он объединяет символы и смыслы, привычные для европейской и азиатской культур. Так, я живу в Владивостоке, и здесь у нас уникальная гидрологическая ситуация. Соединение европейской и азиатской культуры, но это, вот эта тема будет в основном отражена в моем творчестве. Художник Владимир Погребняк говорит, что его основной стиль – это мир ассоциаций. Например, кубиками, квадратиками и точками он старается передать главное. А московский художник Виктория Манкевич считает, что в каждом человеке есть внутренний свет и божественное начало. И в своих картинах она отражает, как человек взаимодействует с ними. Да, мы узнали о выставке вчера, буквально зарегистрировались, пришли. Пока что проходим только первый зал, очень интересно. Очень понравились картины на первом этаже, вот, особенно как там, про скалы, вот это вот, где можно всматриваться и разглядывать цвета. Чего-то нового для нашего города, новые взгляды, новые виды. Наверное, это классно, что, ну, хоть на 2 дня, насколько я понимаю, то появилось такое пространство. Раньше была «Заря». Мы туда очень часто ходили, но, к сожалению, давно там выставок не было. Поэтому, когда узнали, что что-то новенькое появилось, первым делом пошли сюда. Вот, поэтому пока всем нравится, очень эстетично, красиво. Рассказать о своих мечтах, стремлениях и планах. Поделиться сокровенным и быть услышанным. Выразить чувство любви, доверия и рассказать свою историю. Когда обычные слова подобрать бывает сложно, людям всегда помогает искусство. Нашей съемочной группе очень понравилось. Мы услышали «Манифест». Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на Восьмом.